Здравствуйте, я Антон Деркач. Вы смотрите видео, в котором я хочу поговорить с вами о книгах и о том, как извлекать из них пользу. Речь пойдет о книгах по психологии и личностном росте. Книги по прикладной психологии, книги духовных учителей и гуру – это своего рода сборники ответов. Ответов на вопросы, которые вы, возможно, пока еще не задаете себе. Вот почему они могут показаться ни о чем. Вот почему, читая их, можно говорить «это и так понятно». Если же книга содержит ответы на ваши вопросы, если вы находите там подсказку, как решить именно вашу проблему, все слова автора, как бы просты и банальны они ни были, окажутся в самую точку, и вы будете поражены, как эта книга перевернула вашу жизнь, ваши взгляды на что-то, и вы как бы прозрели. Хорошо, когда книгу рекомендует вам друг, который прочел ее и знает, что в ней содержатся ответы на ваши вопросы. Важна установка, с которой вы открываете книгу. Если читать книгу с мыслью «Так, посмотрим, как эта книга решит мои проблемы», будьте уверены, книга окажется бесполезной для вас. Если же задаться целью найти в книге ответы на ваши вопросы, вы будете удивлены невероятной пользе, которая заключена в этой книге. Я благодарен всем тем авторам, в чьих книгах я искал и нашел ответы на свои вопросы. Именно благодаря им сейчас я могу делиться найденным с вами. Читайте полезные книги. С вами был Антон Деркач. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!